то это было из русской народной сказки. Ну, а начало, а я не из русской, значит, русской сказки. Я из сказки «Этельма де ля ваголовь, дега де синтега форматега, де ля вага де синтега форматега, форма дега де синтема, синтега форматега, де ля вага форматега, де синтега де синтега». Но мы хотим с вами объединиться, королевствами. И поэтому, Золушки, мы с вами будем это объединяться королевствами. И королевство у нас будет не одно, а много. Так что вы, Золушки, трудитесь. Так, Наташа, кого ты Золушками называешь? Всех. Русская народная сказка. А, вот, вот Золушка, вот Золушка, вот Золушка, вот Золушка, вот Золушка и вот Золушка. А молодые люди кто? Иван Царевич, значит. Или кто? Пушкин из сказки «Тальма тяга даля вага лови дага висен тяга форма тяга даля вага лови дага висен тяс». Пушкин из этой сказки. Наташа, ну а давай я так. Родилась в России в 1978 году, в 21 веке. Я Малынская Наталья Викторовна. Родилась в 1978 году рождения. Малынская Наталья Викторовна 21 века. Так что вы, Золушки, трудитесь. Наташа, ты когда поступила в отделение? Ой, я с 20 лет. Нет, сейчас, вот я с предыдущей группой просто тебя не видела. Ну, выписываюсь сюда, выписываюсь. Ну, сейчас, с какой ты учишься? А фига вы знаете, знаешь, что... Когда ты поступила? В каком месяце? В март. В марте, а сейчас... У мамы, мама по гороскопу рыба, она тоже в марте. Так, а ты? Нет, я водолей и лошадь. 78-й, 27-й января. 27 января, водолей. По знаку зодиака, а вот лошадь. Расскажи, вот после 9 класса где ты училась? В медколледже на музыкальном отделении. Так, сколько курсов закончила? Все закончила, память стерлась. Память стерлась, но ты не получила диплом, да? Не получила диплом, сказала, дайте мне диплом, они сказали, иди на первый курс. А мы пианино продали, не могу сейчас без пианино выучиться на иди. А почему пианино продали? Потому что сказки разбились. Денег не было, я не Наташа хорошо поет. Золушки, мы объединились с королевствами, так что вы трудитесь. На каком языке? Золушки, трудитесь, Золушки. Я тоже думал. На каком языке? Попробую угадать. На Киркоровском. Папка мой Киркоров. На Киркоровском? Да. Болгарский. А отец Киркоров? Да, да. А мама? Болгарский. Золушка. Красивый язык. А мама кто? А мама Золушка. Нет. Да, нет. Золушка. Золушки вот кто сидит здесь. Но она их воскресила. Золушек. Да. Золушки, трудитесь, королевство наше, смертный указ не отменять. Не отменять смертный указ. Сейчас отменена она, кстати. Нет, не отменять смертный указ. Нельзя. Нельзя отменять. Смертный указ должна быть. Для кого? Для этих из воздуха. Для ангелочков. Смертная казнь для ангелочков? Нет, смертная казнь для ангелочков. Потому что они топают, руками дергают и хотели меня сбросить с 5-го этажа, ангелочка. Ну вы разве на 5-м этаже живете? На 4-м. Ну а зачем ты пошла на 5-й этаж? Не пошла я на 5-й этаж. Мама привезла, я хотела сброситься с окна. Мама у меня еле уберегла. Смертный указ для ангелочков не отменять. Товарищ Сухов мимо нас не пролетит, не муха. Ну ладно. Ладно, Золушки, трудитесь, ладно? Ладно. А потом я выйду замуж, у меня сейчас есть замуж, но он мираж, он не настоящий человек. У меня есть муж, Ромка, но он мираж, он не настоящий человек. Настоящий человек Филипп Киркоров. А дети? Дети есть? Ой, нет детей. А будут? Не будут. Меня рвет от них. Почему? Потому что они срутся. Хорошие слова. Потому что они срутся, меня тошнит от них. Они срутся, а у меня потом рвота начинается. Они срутся, а у меня потом рвота начинается. Все, Ромка мешает, сказала в палату. А где ты слышала? Мираж. В собор приходит. Место встречи. Ну ты же голос слышишь, где ты его слышишь?
на Большой Советской мы жили раньше, на собор был. Сейчас, Наташа, где слышали? Нигде не слышал. А как он тебе сказал, не в палату? Ну это не... Вот, микробы. Голоса, микробы, голоса. Хорошо, вот смотри, микробы, какой голос у них, женский, мужской? Голос мысли. Как мысли будто... имеют звучность? Нет, как будто я думаю, но это не я думаю. Да. Ну хорошо, можешь ты сказать, что она, этот голос как металлический, робот? Нет, нет, это мои мысли, но это не мои мысли. Ну, пойду. Ну, беги, потому что я пожалуйста на той же. Ой, а Золушки. Мы еще придем. Золушки, смертную казнь отменять. Мы еще придем, мы собор Большой Советской мы жили, золотые стены, серебряный пол. В соборе мы ходили молиться. Золотые стены, серебряный пол. Мы сейчас... Да, это мы жили в бараке без холодной горячей воды, туалет на уступочное отопление. А жили рядом... Мама... Золотые стены, серебряный пол в соборе. Ну, это наш дворец. Я приду в соборе.